Какая великолепная подготовка. Физическая. Ножки подводил. Я думал, сейчас сниму технику, как правильно прыгать, а Ким показал, как правильно падать. Да что такое? Чаще ручкой. Это лучше удар ручкой делать. Да, удары руками — это не тэквондо, это не наш конек. Ручку можно вторую поднять. Работает ручка. Активнее, активнее рука. На левой прыгаешь, левой бьешь. Аким, ручку выпрямляй. Чаще, 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 чаще. Да, кулачок у нас никакой. Ручки выпрямлять. Не дрыгать ими, а бить. Выше вылети таким. Маша, прыжка вверх не было. Интересует еще есть на спрыгивании, чтобы была высота от выпрыгивания вверх. Ты спрыгиваешь и вверх вылететь. И вверх мало вылетело. Сейчас я ноги снимаю. И выталкивание. Чем выше, тем лучше. Коленки выше поднимать, четко подчеркнуто поднять коленки. И раз, два, три. И равновесие, присед. После двойки не теряешь равновесие, а в степ переходишь.
выдергивай. С другой ноги. Да, координация у нас хорошо. А с другой ноги мы умеем? Пауза между панелями двойкой. Сразу в степ переходить. Руки не раскидывать. Не заваливаться после удара. Степ, степ. Попадать. Ну давай, давай. Не поправляй прическу, обей. Аким уже раз 6 ударил, а Маша 2. На правую, левую сторону делай. На разные стороны, не стесняйся. Давай, давай. Ты это делал только что. Открытая стойка, и в открытой стойке атака идет передней ногой, любой удар в голову, то есть сразу пандель под ногу. Маша, это жилет называется. Тебе дали задание любой удар ногой в голову, передняя нога. В жилет вбиваем, для этого и поставили его, чтобы бить его сильнее. И второе задание сразу же здесь. Вы делаете, подбив передней ногой и в прыжке в подушку убиваешь пандель. Да, подбила. Подбив пандель. Только сильнее. Еще раз. Подбив пандель. И вот вы чередуете. Или просто пандель под ногу, или через подбив с прыжком. Пошли. Силы не видно. Все. Вот ваше задание. Простой пандель, подбив, прыжок. Сразу доли чаги добавляем. Подбила, прыжок, доли чаги. И работаем. Или без прыжка, или с прыжком. Давай, давай, давай. Подбила, бам. В голову вывести. Развернули лицом к экрану. Да, сделайте так, чтобы было видно. Силы нет.
Конечно. Наконец-то. Подбив пандель доли. Вторая часть задания. Подбив перевод доли, пандель доли. Долио. Три удара, красотка. Еще раз. Почему одной? Маша проснулась. Раз. Просто сказали, что мы изменили, один удар добавили. И тут ты говоришь, что не понимаешь. Удивительный человек. Смотрите, видите, какой у нее цвет головы. Это все экран психологически надавливает. Это все, короче. Угу. Раз, два, три. А теперь меняем начало. Подбив Нерио. И сразу пандель доли. Пандель доли. Ну теперь сделайте это подряд два задания. Первое задание. Подбив долю. И теперь подбив нерью. Работать. И шлем работаем на касание. Стараемся достать. Через торнадо отрабатываем. И в шлем. Еще раз. И в шлем. Хорошо. Работаем. 10 секунд работаем на снарядах. Потом смена снаряда. 10 секунд работаем, 10 секунд отдыхаем. 9 кругов. В конце тренировки. Маша счастливая стоит. У нее очень улыбчивое лицо. Аким вообще не устал. А с Марией что-то все-таки случилось, она с нами не разговаривает. Застеснялась. Четвертый круг, приготовились. Не, не так. Подъем. Четвертый круг. Встали.